Юля, я ухожу. Бля, так круто, что ты снимаешься. Кайф, кайф. Доброе утро. Ну вот, ты собрался, поднялся, поднял свою жопку с дивана, и у тебя начался отпуск. Ты молодец, ты уже что-то делаешь. Продолжай в том же духе. Мила передает всем привет. Она сказала, что в этом выпуске ее будет минимально, поэтому я буду стараться снимать только себя и окружающую природу. Что, Тём? Пожалуйста. Хватит снимать это общество. Все, короче, прекращаем снимать. Продолжение следует. Идем в метро. И люди, которые смотрели или, может быть, знают, что такое сериал «Медиатор», Артём такой: а почему вот этот мужчина сорвался и хотел убить свою жену? Вот я в шаге от этого. Пожалуйста, спасите Артёма. И объясните, что не так. Если я буду в каком-то мусорном мешке расчлененный, знаете, что это Камила. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция — аэропорт Купола. Расскажи свои впечатления от полета. Мне не нравится, что в самолетах перестали кормить. Это отвратительно. Лететь 3 часа, но хоть по заявленному было и 4. Данная информация ни к чему, и Артём ее вырежет. Вот такой у нас вид из квартиры на эту гору. Камила сказала, что хочет здесь жить. Нет, я сказала, Купая. Что касается минеральных вод, это лишь перевалочный пункт. Здесь абсолютно нечего делать, некуда сходить, достопримечательностей совсем нет. Это место, откуда улетают люди, уже другие локации. Расскажу. Если бы я впервые поехал на Кавказ наш и был бы проездом через минеральные воды, я бы здесь не остановился. Нужно сразу брать трансфер с аэропорта и ехать в Архыз либо Дамбай, потому что там основная тусовка, там находится то, зачем все-таки мы и поехали. Это кататься на лыжах в сноуборде. Всем привет, мы на минеральных водах. Хочу сказать, что этот путь был достаточно долгий. Сейчас собаки украдут нашу камеру. Ничего не украдут, все нормально, но сзади нас провал. Вот можно туда его увидеть, кстати, или нет. And
Эльбрус. Вот, это не Эльбрусы, это Эльбрус и две его вершины. Один частный сектор в Пятигорске. Блядь, суп твой увидел, ты прям хочешь куда-то где быть? Раздражаешь нас. На своем веку красавица не куку. Ты говоришь надо, со мною быть рядом. Ты нас слышишь, ничего не надо. Дай награда еще. Время разложить нашу жизнь по местам. Четко. Время без забот. Где пороже? Не снимаешь. Не переживай только. Помоги! Что вы думаете, она сказала? Я же мама. Блять, и куда нас? Куда и куда, блядь?
Доброе утро. Мы вчера еле-еле доехали. Такой был огромный снегопад. Очень хорошо поспали. Смотрите, какой безумный, безумный вид из окна. Блин, оператор, угомони таланты, умоляю. Вы на Донбайе, самое главное. Вокруг горы, слева горы, а вдали Кавказ. Да, я говорю, типа, а на скорости вообще жесть. Вот он. Ух, бух. Добрый день. Сейчас находимся на Донбайе. Вот сейчас вы за мной видите подъемник. Люди поднимаются. Очереди, подъемники колоссальные. Сейчас немножечко катаю фрирайд. Камеру шатает, потому что ветер напилился. В целом, хочу сказать, что необходимо теплее одеваться на этот курорт. Всем советую хотя бы разочек сюда приехать, посмотреть, что здесь происходит. Фрирайд здесь достаточно интересный, много спотов. Что касается погоды, то пасмурно и ветрено. Наверху не на самом пике. Здравствуйте, это я. Поштал. Вот все, можешь убирать. Бок. Из этой пушки стреляют в лавины. Ребята отдыхают. Мы смотрим, где стреляют. Ну, скорее всего, вот это. Вот этот карнизик. Кайф. Кайф, кайф. Вон, вон трасса. Справа. Вон прям через эти лёсочки пойдём. Хорош! Прям припарковался. И вот такой тут видочек. Вот так. И вот такие пацанчики. Давайте, 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 я вас снимать буду. Не-не-не, езжай. Прям нам еще их объезжать.
Три семерки. Побольше всех подать, чтобы тебе видно было. Так, мешай. Прыжок со школы, мне в пизда. Давай! Давайте эмоцию, чё? Кайф, кайф, пиздец. Камилу парят. Банчик. 100-й левел. На дивизию. Ага, отлично. Ноги. Молодец, молодец. Кать, что, будешь прыгать? Нет. У нас крещение. Воу, воу. Офигенно, офигенно было. Скажи что-нибудь, а? Просто послушай. За любовь только я могу. Да. Давай. Не важно, кто на чем катает. Главное, что мы все вместе. Не важно, да, кто на чем катает. Деле... Главное, на сноуборде. На... Да. Продолжение слов вчерашней Камилы. Меня они очень тронули. И очень они были правильными. Потому что у нас собралась такая пачка ебанутая. Так все друг друга дополняют. Есть мучуны, есть дручуны. Есть трамплины. И все в таком кайфе, все так охуенно отжигают. И нет такого, что кто-то сидит в заебе. Все, вот если ты что-то хочешь похавать, там походить, погулять, покататься, ты постоянно себе находишь компанию и просто отдыхаешь. И вот каждый год, чтобы так было. Каждый год, чтобы мы собирались и кайфовали ебануто. Камила ведет меня гулять. Мы сегодня, конечно, профукались. Большой ячейки не было, поэтому купили 3 маленьких. Сейчас будем учить Камилу на лыжах кататься. Артем, и моя мама, я буду кататься на лыжах. Вообще, мы обошли... Ничего страшного. ...6 прократов. И там парень... Как это ничего не подходит. Я там хочу вам что-то порадоваться. Короче, на склоне загораем, лежим. Камила взяла лыжи. Ужасается. Ей не нравится. Ой, да. Ботинки, это просто ужас. Да. Погнали. Насчет того, что запись идет, не вижу. Запись. Зеленая. А эта трасса северного склона. Вот трассы. Дабай, конечно, у нее есть свои плюсы, свои минусы. Там как дома, как в деревне. Но в деревне, в которой втридорога. Все, абсолютно все. Как ощущение? Камила едет. Молодец. Вообще умничка просто. Она сразу взяла самую большую горку. Все у нее получается.
Как ощущения? Да. Сегодняшнего катания на Архызе, я думаю, что погода и снег решают. То есть это самый важный компонент, который необходим для катания. Сегодня достаточно тепло было, поэтому снег липкий. По фрирайду катится очень плохо, но фрирайд еще есть. То есть за два дня его полностью не убили. Всем, кто посмотрел это видео, большое спасибо. Мы благодарим за каждый просмотр, за каждое уделенное время. Целую, обнимаю. Камила едет. Пошел ее я догонять. Если что, мы всегда составим вам компанию, либо компанию составите вы. Мы в долине Рос, да. Кисловодске. Очень интересно, Рос очень много. Короче, забрались в Кисловодский национальный парк. И вот сейчас, вашему вниманию, Камила сейчас покажет. Вот, это Эльбрус. Видите? Две его вершины, северная и южная. Покажи, где мы живем. Камил, ну что, домой хочется?